Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова был официально расторгнут еще в декабре 2016 года, но поклонники до сих пор обсуждают их отношения. В интервью телеведущая не устает рассказывать, как бывший муж разбил ей сердце, из-за чего она не может доверять мужчинам. Теперь же звезда приняла участие в шоу «Поцеловать, переспать, убить», в рамках которого ей нужно было решить, с кем из знаменитостей она займется сексом, а кого лишит жизни. Неожиданностью для Ольги стало присутствие в одной из троек Дмитрия Тарасова. Компанию ему составили друзья, рэпер Текила и блогер Амиран Сардаров. Во время брака с футболистом Бузова общались и с его приятелями, но теперь она считает их предателями. «Вы же сказали, что вы будете мужчин мне предлагать. А мне кажется, что в этом списке нет мужчин», — подчеркнула артистка. Однако Бузовой все-таки пришлось сделать выбор. Неожиданно телеведущая решила, что занялась бы сексом с Дмитрием Тарасовым. «Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное. Вроде бы ничего плохого не делаешь. У нас все было, 6 лет, даже иногда вроде потрясающих, если мне не изменяет память», — заявила Ольга. А вот рэпера Текила Бузова решила однозначно убить. Когда-то артистка очень близко дружила с музыкантом и его возлюбленной, но после развода с Дмитрием Тарасовым прежние приятели начали говорить о телеведущей гадости. «Он был мне когда-то другом, а сейчас я даже в страшном сне не могу представить, что мы переспим. Он предатель и не мужчина для меня», — подчеркнула звезда. Позднее Бузова все-таки решила поменять свое решение. Она заявила, что переспит с Амираном Сардаровым, а вот Тарасова всего лишь поцелует. Телеведущая не стала убивать экс-супруга, считая, что он не заслуживает такой участи. «Что Тарасова-то убирать? Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь. Переживает, какую женщину он профукал. Я бы поцеловала его, прижала к себе и сказала: дурачок ты мой, что же ты наделал?» — пошутила артистка. Разумеется, это был не единственный интересный момент шоу. Также Бузова призналась, что не против переспать с Федором Смоловым. «Я смотрела ваши предыдущие выпуски и знаю, что все почему-то хотят переспать с Федей. Я тоже была бы не против. Он молодой, красивый, у нас прекрасные отношения», — рассказала Ольга. А вот про бывшего возлюбленного Романа Третьякова артистка высказалась однозначно: эти отношения для нее остались в далеком прошлом, и даже вспоминать о них Бузова не хочет. «После тех чувств у меня была такая насыщенная жизнь, что я сейчас даже вспоминаю о них с трудом. Конечно, в 18 лет я его очень любила. Это было такое прекрасное юношеское чувство. Но я бы Третьякова убрала из своей жизни. Пускай это будет память приятная», — поделилась Ольга. Шутить на тему секса телеведущей было сложно, ведь она уже около 2 лет не состоит в постоянных отношениях. После предательства Дмитрия Тарасова Ольге до сих пор сложно поверить мужчинам. Даже специальное шоу «Замуж за Бузову» не помогло звезде обрести личное счастье. Именно поэтому сейчас артистка сосредоточилась на своей карьере. Она много работает, записывает новые песни, успевая при этом и путешествовать. Ранее Бузова признавалась, что смогла простить Дмитрия Тарасова. Она оставила эти отношения в прошлом, и сейчас надеется встретить искреннего мужчину, который не будет ее обманывать. По материалам «Супер»,